Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон OnePlus Nord 3 5G. И сейчас я вам покажу, как выполнить сброс DRM лицензии на этом телефоне. Итак, переходим в настройки. Переходим в раздел «Пароль и безопасность». Нажимаем «Безопасность системы». Выбираем хранилище учетных данных и нажимаем «Удалить все пользовательские сертификаты». Нажимаем «Ок». Подтверждаем паролем. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!